Вам штора всех детчика. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Давай на фул скорости через лежать. Давай. Болтнули тарпунчик. А вы что? Можете пиво? А? А? Че вы? А у вас сигареты есть? Нет. Без бубнежа, пожалуйста. Какой стрим CSGO, вы что пишете-то? Вы ж на улице. У меня именно Костя пердушка. Я не пукаю. А потом нам, куда нам грузить футболки? О, потом уже как шаги пойдем. Это обкру... Ну что бы выбрали вы? У меня есть три варианта. Первый. Ночью поиграть в CS-ку, ночью пописать музыку, либо ночью провести время с женщиной. Ну, с девушкой, скажем так. Вот я не могу, мне все три хочется, блядь. Женщина, да? То, если совместить. Поиграть в КС-ку, потом к 3 часам ночи позвать женщину на минут 20. И потом посидеть музыку пописать, да. Бля, я гений. Так и сделаю. Ебать, ты разбился, нахуй. Ты чё, вообще? Блять, почему так тяжело, нахуй? Я пойду с той горки скачусь. Не хватает. Блять, сейчас я только научился. Ой, блять, следи! Как нелепо упал. Сука! Это так легко? Нет. Так это не сложно. Еще раз слетают. Я еще раз хочу. Или мне штаны лучше надеть? Парни, как бы вам помочь? Аниме. Красавчики реально. Там лезет вообще? Вообще в салон. Пойдет? Покажи. Тёма Гаслага. Что у тебя? Покажите. У тебя такие же, такой же пресс? Пишут, в Порше под рулем есть бассейн. Паспорт. А как и насос в Рейме, блять. Как и хуесос в Мерседесе. Я тут квас. Бахнем квасика в честь Дамаскина. И это выпили, я вахую. У тебя тархуна, блядь, 300 нет, миллионов нет, бутылок. Вон. Надо, наверное, ехать его. Чтоб он что, не выпил тархуна? Да. Схуяли радио, ебаное. Мама, дочь. Ты че, блядь, за стойку держишься? Ой-ой-ой. Вот вы говорите, стримеры, вот чё вы вообще жалуетесь, у вас такая легкая профессия. Ребята, сижу в Порше, коленки натирают, понимаете? Это вам не мешки ворочать, сука. Разошлись. Открыт же это. За нами преследование, видимо, Мерседеса. Хер догонишь. Я сейчас, ну, просто вкину. Не отменяю идею, ничего. Просто угар в том, что сейчас в темноте будем мы купаться в воде или в тархуне. Вообще будет похуй, ну, типа. А, ну, смотрим, будет видно. Стойте, на заправке светло будет. Нет. Там, там будет вот, ну, такое освещение, где нихуя. Фарами подсветим. Да похуй, это весело. Когда-нибудь купались в тархуне? Просто ачивка. Ну ты прикинь, как твой внук скажет. У меня нет желания подумает, вообще. Типа. У меня жесткое желание попасть в тархуне. Как мы полотенце не взяли. Ой, нахуй вот это. Может просто один? Кстати, вот прямой пример, когда вот не спешишь и не подготовлено. Типа 21.10 сейчас. Во сколько мы встретились? 16. В 16 мы встретились, 21.10. У нас еще вообще не все, типа, на месте, и мы сами еще не на месте. Да. Это вам просто к справке, вы говорите, да готовьтесь на стриме, забейте хуй. Если мы так будем делать, то вообще ничего не будет получаться. А здесь типа изи стрим. Но. Вообще идея, ничего изи такого. Бассейн и вода, по факту. Допустим. Найти бассейн заказать и в тархун заехать купить. Да, в субботу, допустим, стрим, который там пиздец сколько запчастей. Ну, это бы невозможно. Мы вернулись на место, откуда начали. ЕФА? Дядь, ну ёбаная жизнь. Нихуя, он плетёт, заведёт. Нам надо это где-то тут делать. О, блядь. Ой, ебать. Костя, давай ты сам. Я тебе дам карту, ну просто сам оплати.
Так, ебать, давай. Давай, ебать, откуда они? Смотри, давай ты сам оплатишь. Ты чуть не очень хочется. Так вот, чик. Так а вот этот чел. Так он же не мешает, вот чик. Да иди ты нахуй. Ебать, это как вообще? Это просто пиздец. Ебать, ты чего? Фу, да, блядь, фу, блядь, да, фу, блядь. Нет, сам, ну не мешай ему жить. Не трогай паучка, ладно. Ебаный рот, посмотри! Я такого нахуй, блядь! Откуда они, блядь? Ебаная хуйня! Там пизда! Блядь, откуда они? А! Ебать, там свиноматка, нахуй! Блядь! Нахуя мы сюда приехали? Ебать! Это просто мразь, нахуй! А паркурке? Паук, Лёша! Жди, я ползу к тебе в ухо. На самом деле, это еще хуйня. Вот я помню, на границе был. Я помню, пень. Где Литва и Калининградская область, и там коса, там прям природа, и там вот, ну, такая же хуйня, конструкция. И там прям весь потолок был в пауках. Вот это реально стрёмно. Все в паутине. Знаешь, что на бензозаправке их не сожгут. Не волнуйся, скоро я вам подготовлю кое-что с пауками. Тебе, Владику. Иди нахуй, я не буду. А это, по всей видимости, еще Костян боится. Ну, не, все, если будет в каком-то, типа, что соревновательном ключе, я не буду это делать. Не, я тебе базарю. Ну, вот как со змеями было. Я просто в очередной раз тильтану и съебусь, потому что, блядь. Просто со змеями как было, ну. Потому что вот этот хуй ему вообще похуй на все. Подержать птицееда вот так вот просто. Хуйня же. Да, это хуйня. Есть, как он? В рот залез. Как это, Медлимп, у него на башке он был. Видел фотку? А, Костян, давай поехал. Закрываешь, то есть ему, да? То есть ему настолько не нравятся пауки? Сейчас закрою. Почему здесь так народу дохуя? Пришли посмотреть, что он нашел, блядь, джакузи? Тархуна, во-во. Я в аху, вот за... О, круг. Йоу. А, это уже принесли? Да. Ёбаный сыр. Это что, блин? Сосиски, да. Подожди, это нам сейчас надувать еще, правильно? Да, да. Блять, обожаю надувать. Вот, ну, блядь, или на... Только не ртом, пожалуйста. Ой, место тут как раз. Реально? Нет насоса? Нет. Я уверен, что просто. Ну ты не куришь, Саня, у тебя легче сделать все легкие. Не, не высыпай. Там собирать их нахуй. Я бы собрал. Бля, я в ахуе. Говорилич. Как будто мы опыт огромный сейчас будем делать. Только мы... Без а когда мы будем делать слоновью пасту? Об этом не надо было говорить, Лёша. Я хуй знаю, в задумках у вас это было или нет. Я просто... Я не знал, что это я даже как у вас... как Лёха сегодня. Я не знал, что у вас надо это в задумках даже. Надо было сюрприз, и мы такие, сейчас едем с нами стримить. Я просто, типа, вкинул это, потому что потенциально это ваш контент. Наш. Что будет, если Порш заправит Тархуну? Боязнь клоунов? Ну это, блядь, что ты у нас смотришь тогда? А кто будет купаться в Тархуне? Кто, Домачик? Он и все? Я буду. Да, да, все. Да. Особенно я. Я именно по купанию самый первый. Ой, блядь. Что? Мужики, блядь. Что такое? Надуло его. Бля, Лёха именно кайф ловит. Домашкин просто сосёт дырку. Типа не надувает. Давай поменяемся, я там пососу, ты здесь. А вы в курсе, мы вот вдыхаем саньё из толчка и выдыхаем это в диван. Не, почему? Это точно так должно быть? Да. О, бля. Что он лицом к себе, блядь? Ай! Сань, возьми следующий. Не надо, там очень узенько. Не надо, очень узенько. А-а-а! Не надо, мужики! Да хватит, пожалуйста, там очень там узенько. Там сейчас свист такой. Если хотите, можете меня кто сильный с двух сторон попробовать поднять. Только именно поднять, не дергай. Давай, поднимем его. Я в ахуе. Секундочку. Сань. Почему он реально с этого? Там звук такой. Стой, стой. Повернись так. Йоу, what the fuck? Там убийцы. Пизду, я передумался. Ебать, там славы. Как вы открываете? Вы видели? Ты занюхал? Да. Вы видели эту хуйню? Там, ты видел эту? Там как-то очень неприятно. Чат видел? Ну как там? Покажи, Элихан. Да иди ты нах. Не открывай, ну блядь. Там именно прям вообще неприятно. Я даже не хочу это открывать. Вы типа говорите? Если я захочу срать, туда я не пойду. Нет. Я посрусь лучше.
не светит. Это в какой-то степени даже приятно. Какать? Обосраться. Ну, не то чтобы я знаю. Да, в лагере были трудные времена. Ой. Нихуя ты, блядь. Ой. А нахуй ты воздух? Оттуда же высасываешь, чтобы сосать туда и обратно? Носом. А что он туда делает? Он носом, наверное. Конечно, носом, дурень ты. Первый раз дуешь, что ли? Я да не первый раз. Саня дул первый раз. А вот этот именинный. А он уже с опытом дудения. Вся именинник. Паулин сам. Пицца! Я хочу пиццу именно вот так вот. Кстати, когда обманный пук, скоро будет. Скоро срать захватит. Хрустнул это. Пиздец, Сань, слезай с этой хуйни. Реально, Сань, ну бля, мы уже просто волнуемся. Мы все грамбы поем. Мы как друзья. У него не осталось. О, ой. Слышишь, как обложка этого фильма «Проект X дорвались». Да. Дорвались. А. Всем привет. Передаю челлендж фреймтаймеру, Владу Куэрту и все. Да Влад хуй примет. Зачем Маша, да? Ice Bucket Challenge. Я реально в сумку готов. Что, не, не готов. Блять, нахуя ну, все воду пролил? Я не знаю вообще, зачем ты. Ты еще ждал, типа, чтобы это выполнить? Не надо! Нет, туалет не открывай! Что, Костя? Давай. Нет! Мать! Беременная! А где квас? Алёха у нас! Водолаз! Я наливаю! Футболку надо! Очки надо! Это я... Блин, по старым приколам пройдемся сегодня. Ножны налил. Фу, ебать. Я в тархуне! Крышка плавает. Пушное, да, слово тархун вообще, в принципе? Да. В принципе, да. Ебать, дым выходит. Вы видите эту хуйню? Дым выходит, смотрите, быстрей! Что это за хуйня, что вы купили? Это выхлоп, блядь! Я в ахуе. Я говорю, вот, типа, вот сижу я на первом курсе в 2016 году так. В Америке на международном бизнесе. И тут вот я из будущего прихожу, слушай, ты вот в 2020 каком втором будешь купаться в бассейне из тархуна. Кайф. Странные у меня шорты, я не на плане. На трусы похожие. Вот, сука. Блядь, сука, вот кто это, блядь? Лёха именно строиту. Нет. Ты чё, еблан, больно, нахуй ты делаешь? Как это делается, блядь? Опа! Разойдись, блядь, салаги, ебаные. Папа пришел. Так, как бы это... Пожалуйста, блядь. Чё, приедет владелец заправки, просто охуеть. Я говорю, нихуя, парни, вот это кайфовая хуйня! Ты сами запрыгивай. Типа там... Ох, ебать, а чё, Ульянов, такая холодная, блядь! Она просто ледяная, блядь! Блядь, она ледяная, нахуй! Да ну нахуй! Только на меня не лей! Очень холодно, пиздец! Что подсвистывает? Давай! Блядь! Подсвистывает, Влад? Разгон берёт? Да, блядь! Как же сюда... Блядь! Сука, ну он меня не вмещает сюда, блядь. Еще и коленкой уебался опять. Зеленый. Зеленый. Ну как ее нахуй? Пизду, блядь. Она не едет, блядь. Оно не едет. Стой. Присядь. Да нет, ну не так. Нет. Ну вот перешагни ее. Перешагни, я ее подержу. Перешагни. Все, я держу ее. Готов? Да, мне пи... Давай. Мне пи... Пиздал. Ну что, я так полечу туда сюда? Да! Да я просто прыгаю, понял? Она проклевается, блядь. Подбыл. О, блядь, сука! Нельзя это как-то? Все, давай вот отсюда. Нет. Лёх, давай. Просто. Давай, Лёх.
А, блядь, сука. Это, походу, завершение. Он зеленый. Он реально зеленый. Это за концовка ты ЧФ, по-любому. Как он пяткой въехал. Ух ты, блядь. Ну уже хватит! Ну хватит, сука, я тебя сейчас обоссу нахуй! Ну там! Туфля! Прыгай, домашка! Прыгай! Да, да! Ты шагни ее! Нет, может не разобьюсь! А я не разобьюсь? Разобьешь! Но отбьешь! Туфли задели ножками вперед, брат! Получай, сука! Бля, зеленый нахуй! А с хуя ли я покрасился? С хуя ли я покрасился, блядь? Зеленый. Да ебать! Халк, ты? Чертовка, блядь. Давай. Давай, готов? Давай. Давай, давай. Блядь, хватит! Я Тархун. Ну все про... Все... Ой, блядь. Ой, блядь! Ебу, давай сюда! Стой! Я хочу как в рестлинге! Ебать! Блядь, иди нахуй! Стой, Сань, сейчас я сниму! Блядь! Сука, там одежда! Стой, ты лёгкий! Лёха, ну тогда все равно. Уже без разницы. Саня, там посмотришь ты! Сука, иди сюда! Ебать, брызги, там такие брызги хуячат! Аккуратнее, там штык острый! Стой, стой, стой! Придурок! Я вернул потом. Блять, мне внутрь Мой ноги прокатился. Залился, Тархун. Ладно, это осталось. Нихуя. Ну и делишки. Мы тикток снимаем или что? Я кепку потерял. Да блять, Илюха, ты заебал. Сейчас мы тебя... Оставь Тархун, тебя выебем, блять. Ой! На заправку я же приехал. Смотри, за мной. Бля, девка! Сделай не как Саша, а как я прыгал. Как думаешь, я вот в эту прыгаю? 100% да. Пролечу? 100% вообще. Там штык есть. Сань, даже не думай, 100% да. Я в эту попаду. Как суперстас такой залетал. В эту попаду. Ледина. Промазал. Гаярд. А ты хоть думаешь, жизнь оператора, она такая. Я что, очень хочу, чтобы ты... Вот чтобы видно было, что мойка, и я остаюсь здесь мойся. Ой, заправка. Главное, сардельку не свалить. What the fuck, опять за своё. За своё. Будь здоров, оранжевый робик. Так это я не знаю, что было. Асфальт скрипучий. Вам штора в сердечко. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий. И подпишитесь на канал.